В одном из старейших ювелирных магазинов краевой столицы продолжается ликвидация складов. В причинах затянувшейся распродажи разбирался наш корреспондент. Главная проблема, с которой столкнулась сейчас ювелирная отрасль – падение продаж. По данным гильдии ювелиров России, еще в прошлом году спрос на драгметаллы уменьшился в два раза и за первое полугодие 2016-го не увеличился. Влияние на ситуацию оказывают и высокие цены на сырье. Мы очень обеспокоены сложившейся ситуацией, ведь склад не опустел даже наполовину. Пытались сделать повторно возврат поставщикам, но, увы, нам отказали. Поэтому любое украшение можно приобрести меньше, чем за половину стоимости. Больше 50 лет магазин предлагал горожанам широкий ассортимент. Сейчас у покупателей есть возможность приобрести ювелирные украшения с 60% скидкой. На сегодняшний день остался большой выбор украшений с фианитами и натуральными цветными камнями. Много вариантов среди популярных изделий. Это цепи, браслеты, кольца, подвески. Нераспроданные коллекции ювелирные изделия для ценителей строгой классики и любителей необычных оригинальных моделей. Значительное снижение цен подогрело интерес горожан. По словам продавцов, у витрин даже выстраиваются очереди. Я купила серьги в серебре с жемчугом и цепочку ребенку. Скидки будут действовать, пока склад магазина не опустеет хотя бы наполовину. Дарья Безинская, Олег Поддубный, Наталья Пилипко, телекомпания «Краснодар».